Во втором вышли хорошо, и что было сказано в перерыве, что как нашли эмоции? Ну, здесь не нужно находить эмоции. Эмоции, они есть всегда. Просто вышли, забили первый гол и, опять же, чуть не додавили. Третий период блестяще получился. Ну, откуда нашли силы, как удалось? А куда отступать? Отступать-то было некуда уже. 4-1, бросили все силы, ну, чуть не забили. Настроили седьмую игру. Да, боевой.